Камера. Есть, разбил. Ой-ой-ой-ой, отвали, отвали, мужик. Рэкей, ключ еще нашел. Ого-го, это что у него-то такое? Всем привет, ребята, вы на канале Funny Games TV. Мы продолжаем проходить с вами странного соседа, самого странного соседа. Так, мы в прошлой серии с вами заполучили вот эту зеленую карту какую-то. Пошлите посмотрим, куда мы можем ее применить. Надо нам найти, короче, это место. Ух, так, воришек вроде бы нету. Ага, сосед там что-то лазит. Надеюсь, он не за мной. Он на пробежку выбежал. Так, окей. Он убегает вроде бы. Давай попробуем. Попробуем потихоньку пробраться. Наверное, вот сюда нужна эта карта, да? Так. Доступ. Да, есть. Двери открыты, отлично. Блин, камера. Ё-моё, так, ноутбук, я не могу его взять. Так, забираем. Устанавливаем. Устанавливаем, фу, хорош. Так, давай смотреть, может где-то... О, у него тут ванна есть. Так, нам нужны какие-то... можем открыть даже унитаз, отлично. Только что от этого толку? Так, здесь полазим. Блин, мне нужны еще ключи. Так, здесь что-то есть. Блин, давай быстрее, быстрее открывайся. Диск! Секретный диск! Секрет, смотри, класс! Так, секретный диск какой-то нашел. Отлично, так, тут ничего, вроде бы все шкафы изучили. Блин, опять камера! Камера! Это плохо. Лэптоп! Блин, он сейчас сюда прибежит, он по-любому прибежит сюда. Это что такое? Да, вон он попался. Так, 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 давай спрячемся, надеюсь, он нас не найдет. Пока он там тупит, да, он пошел, смотри. Да, он дальше пошел. Отлично, он пошел дальше, так что мы можем попробовать выйти, я думаю, да? Надеюсь, что не рано я выхожу. Так, да, я вышел. Блин, я сейчас попадусь, наверное, да? Нет, не попался. Фух, отлично. Так, как же мне камеры эти его разбить, а? Так, давайте тут посмотрим еще что-то. Тут еще у нас одна ванна. Так, ну пока что мы знаем, пока... Так, тут ничего, тут ничего. Так, это его комната, видимо. Часы какие-то есть, зеркало есть. Ну и все, в принципе. Так, ящик, в ящиках ничего. Блин, он где-то там бегает. Ладно, так, лифт. О! Это что такое? Это код? Бокс, ящик, бокс. Запертый. А, четыре... А, код надо знать, да? Секрет. Так, а как за... Блин, я выкинул дискету. А где узнать код? Смотри. Denied. Смотри, какой-то код, да? Ага, это стираем. Это типа активируем. Окей. Нам надо найти какой-то код. Может, на его усах есть? А? Так, 5. Да фиг знает. Тут много очень цифр, что-то чересчур. Нет, вряд ли это код. Ладно, нам, видимо, надо предстоит что-то найти, ребят. Окей, будем искать тогда. Будем искать, займемся сегодня. Так, картины его везде. Так, надо вот тут еще шкафчики обыскать. Так, тут ничего. Может, в унитазе что-то прячет? Нет. Блин, у него довольно приличный... Приличный дом. Так, тут есть... О! Секрет-бук, секретная книга. Так, мне бы что-нибудь выкинуть бы, а? Так, 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 тут... Так, ну ладно, запомним, что здесь на кухне у него лежит какая-то секретная книга. Давай, давай смотреть. Так, может быть в этой секретной книге и будет код, а? Так, а в холодильнике? В холодильнике довольно-таки пусто, да. Как-то он ничем не питается, наш сосед. Блин, камера. Рэкей! Ключ еще нашел. Так, он сейчас сюда прибежит. Давай валим отсюда. Валим, попробуем через гараж. Где гараж? Вот тут гараж. Давай попробуем отсюда. И валим, валим, валим. О, воришка как раз идет. Здорово, вор. Как-то поймать его можно? Блин, нифига, он не ловится. Что за дела? Можно было бы его поймать, и он хотя бы сутки бы меня не доставал. Так, фух. Ну, я надеюсь, что он... Дверь у нас заперта, и он не должен проникнуть. Что у нас с деньгами? Да, деньги растут, он деньги не своровал.
Это отлично. Так, секрет, давайте попробуем. Блин, можно секрет как-то? Секрет, пожалуйста, попади. Вот, отлично. Фух, что нам за этот секрет дадут? Так, диск. Эта часть зашифрована. Можно поподробнее? Может, там какой-то код? Так, отправили. Отлично. Может, вверху какой-то код? Нет? Блин, нифига. Так, а может быть, в отчете? Нет, в отчете здесь просто пишут, что нам делать. Окей. Так, я могу что-то купить. Давайте купим, наверное, шпионскую камеру. Давайте, пока она покупается. Так, кей-карт нам, интересно, нужна или нет? Давайте я ее, наверное, оставлю вот здесь, рядом с компьютером. Так, так, вот это аккуратно. Блин, камера, ой, камера, говорю, ключ, пожалуйста. Хо-хо-хо, вот это да, сейчас я как бутылку прям кинул и на ребро поставил. Прикинь, это просто круто. Так, ну что ж, пошли смотреть, что у нас там за шпионская камера, что она делает. И у нас есть теперь... Воришка, она обошёлся, пинка бы тебе дать, ну ладно. Так, камера. Шпионская камера, как ее использовать? Что она дает? Как ее использовать? Просто в нее смотрю, и что? И что происходит? Ха. Как-то может увеличивать, уменьшать, нет? Ничего никак не работает? Чего он такой грустный? Чего он грустный-то такой? А может мне что-то пофоткать надо, а? Хар-кей сюда нужна. Странно. Странно, ребят, непонятно. Так, ну да ладно. Может быть, через нее что-то видно? Может быть, допустим, на какую-то картину, если что-то навести, то будет видно где-то пароль? А? Допустим, если куда-то взглянуть, и она позволит увидеть пароль? Нет. Никак не показывается. Так, ничего нигде не вырисовывается. Не знаю, для чего эта шпионская камера нужна. Но, видимо, для чего-то нужна. Ладно, мы будем пытаться взаимодействовать через эту камеру. Блин, как тяжело смотреть и в камеру, и на экран. Что с ним такое? Так, нам надо ключ взять. Нам надо взять ключ. Где он? Может быть, сюда? Нету тут нигде пароля? Нет. Так, ладно, сюда, допустим. Может, где-то в ванной у него тут пароль записан? Нет. Это не работает, ребят. Я не понимаю, как это, вернее, работает. Может, это как-то и работает? Так, ладно, у нас... Вот, секретная книга. Что здесь? Что здесь в этой секретной книге? А если ее бросить и, допустим, взять шпионскую камеру? Ну, никак это, никак не взаимодействую. Так, тут тоже никак не взаимодействую. Пароли в секретной книге я не вижу. Ой, отстань, 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 все, я убегаю. Я не туда побежал. Вот, 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 сюда. Все, отлично. Все, побежал, побежал, побежал. Возможно, секретную книгу надо просто, короче, отнести и попробовать бросить в ящик. Я не понимаю, какой толк от этой шпионской камеры, если она ничего абсолютно мне не дает. Так, ладно. Секретная книга. Пароли на секретной книге я никакой не вижу. Я даже не понимаю, о чем там речь в этой секретной книге. Что там нарисовано, ребят? Какие-то салюты красные, там что-то. То ли кровь, то ли что. Ладно, давай попробуем секретную книгу сдать. Отправить и посмотреть, сколько нам дадут за этого, за эту секретную книгу монет. Два биткоина мне дали. Отлично. Так, что мы можем купить еще такого? Так, пульт дистанционного управления. Давай его купим, посмотрим, что с ним можно делать, с этим пультом. Так, пока он покупается, мы пойдем дальше. Значит, у нас еще есть, получается, с вами ключик. Ключик, где? Блин, я уже забыл, где этот ключ. Так, надеюсь, что пульт дистанционного управления уже мы заполучили с вами. Да, как его взять?
А, все, отлично. Так, и что делать? Ух ты, как классно! Смотри, я вижу, где сосед! Вот это класс! Так, а теперь если шпионскую камеру... Нифига, просто... Я не понимаю, как шпионская камера работает, и где мне взять пароль? Где мне взять пароль? Так, где-то у нас есть ключ. Ага, все. Через 3 секунды я опять могу нажать, видимо. А, нет, перезарядка, смотри, как долго будет. Так, шпионская камера никаким образом не срабатывает. Так, ладно, где-то я же находил ключик, ребят, где только? Вы не помните, где-то на кухне нет. В ванной нет. Блин, где-то здесь. Так, он тут лазит. Так, может где-то здесь есть пароль? Вот там, по-моему, в той тумбочке. Блин, как бы мне... Вот эта вот камера, как бы ее сломать, а? Так, ладно, он куда-то бежит. Он побежал. Так, я пошел хватать. Быстрее. Ключик, бери. У меня все заполнено. Давай, 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 давай. Он сейчас будет стрелять. Снимаем его, снимаем. Что он делает? О, вот это да, вот это соседик. Так, ладно, я не понял, блин, как пользоваться шпионской камерой, а? Ну, вообще, мне надо оставить молоток, наверное. Давайте оставим молоток здесь. Так, это перезарядка идет, пока этой шпионской штукой я тоже не могу пользоваться, оставлю ее здесь. Шпионская камера, не понимаю, как она срабатывает. Пишите в комментариях, ребят, может вы знаете, куда надо ее направить, чтобы что-то увидеть. О! Можем здесь что-то... Капот даже можем открыть. Прикольно. Так, ну шпионская камера, она... Блин, вообще не работает. Вообще не работает. Я думал, что она, может быть, покажет какой-то пароль, если мы куда-то наведем. 13998, это номер просто. О, ой, вот он. Быстрее побежали. Так, ладно, уберем пока шпионскую камеру. Ключ. Ключ, ключ, ключ. Нам нужно заполучить ключ. Вот еще что-то могу открыть. Так, ладно. Есть Red Key. Так, ладно. Это что у нас? Это вентилятор. Так. Давай попробуем ну-ка шпионской камерой посветить. Нет, нифига. Эта картина не просвечивается. Я просто думал, может быть, пароль где-то будет. Там мы видим карту. Камеру. Там мы видим камеру. Ну как ее сломать? Так, это у него книжные полки, гитара. А, гитара, а если кинуть в камеру? Есть, разбил! Ой-ой-ой-ой, отвали, отвали, мужик, отвали. Так, как мне убежать отсюда? Вот сюда, сюда, сюда. Так, отлично, у меня есть красный ключ. Красный ключ где-то мы с вами могли использовать вроде бы. Фух, мы убежали от него. О, это кто? Почтальон идет, смотри. Возможно, почтальон почту ему сейчас принесет, да? Да, почтальон какую-то почту принес. Классно. Пошли проверим. Пошли проверим. Давай возьмем вот эту штуковину, установим сюда. Быстрее, 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 быстрее. Забираем. Письмо. Ха-ха-ха-ха. Письмо. Мы украли письмо. Так. И он в капкан попался. Так, и что нам это письмо дает? Может быть, попробуем... Я никак с ним взаимодействовать не могу. Я, наверное, могу его вот сюда только бросить. Блин, письмо бросьте, пожалуйста, нормально. Есть, отлично. Попробуем отправить, может быть... Так, письмо. Зашифрована эта часть. Блин, плохо. Плохо, что все зашифровано. Ладно, будем отправлять все улики. 2600! Нормально. 2600 за это письмо. Так, что мы можем купить? Переносная рация. Если у вас есть это радио, вы можете использовать функцию невидимости. Вы... Ух, в течение определенного времени я буду невидимым. Отлично. Пистолет, кстати, тоже хорошая вещь. Так, с одной пулей. Остается без сознания в течение определенного времени. Можем его, короче, прибить. Так, ладно, куда мы можем применить красный ключ, ребят? Давайте вспоминать. Я тоже забыл уже. Так, побежали.
побежали куда-то, мы можем применить красный наш ключ. Блин, что же делать со шпионской камерой, а? Непонятно. Давайте попробуем поломать. Уж ворона? Может быть, ворона? Тра-та-та-та-та-та-та. Так, нет. Так, тут ничего. Я думал, что шпионская камера должна показать какой-то пароль, где он у нас, допустим, нанесен на какой-то стене. Ты светишь шпионской камерой, и ты увидишь пароль. Я думал, что это как-то так срабатывает, но... Пока нифига. Я не могу... То ли не могу я это место найти, то ли чего. Так, ну это просто предметы, которые... Так, тут еще какие-то предметы. Так. О. Тут же еще ящики у нас. Че это? Я их не открываю-то. Так, ладно, отлично. Может быть, все-таки найдется где-то пароль. Но пока нифига тут нету. Так, ключик. Где мой ключик? Красный ключ. Где я его могу использовать? Так, давай вспоминать. Цокольный этаж нет, наверху нет. Где-то здесь? Где-то здесь, по-моему, да? Где-то здесь было, короче, определенное какое-то место, где я мог... А, нет, второй этаж. Где лестница на второй этаж, ребят? Нам надо по лестнице подняться на второй этаж. И там вроде бы... Можно. А тут старый ключ. Гитара. Кстати, гитару... Ой, привет, мужик. Можно я пробегу просто? Так, тут нифига нету. Где? А, камера. Блин, опять камера. Давай, где она? Блин, стулом нифига не получается. Можно стулом как-то... Камеру разбить, нифига. Фонариком. Нифига. Как он кидает? Он кидает по-дурацки. Так, лэптоп. Лэптопом. Пу! Нет, не разбивается. Ладно, можно я лэптоп хотя бы заберу с собой? Все, бей меня. Окей, лэптоп. Ух, я с лэптопом. Отлично, что у меня все вещи остаются, ребят. Это хорошо. Давайте попробуем. Кинем. Да блин, лэптоп, кинься нормально, а, пожалуйста. Да что такое? Не багуйся. Есть. Кинули, давай отправим. Ух, отчет, лэптоп, отправляем. Отлично, сейчас посмотрим, что мы за лэптоп этот получим. 0.12, а чё так мало? Блин, жалко. Так, ладно, переносная рация. Вы настраиваете камеру без вас вокруг и смотрите камеру, которую вы настраиваете, с планшета. Всего можно купить 4 штуки. Поставляйте с планшетом рядом с ним. Ага, можем, короче, камеры, пистолет. Ну ладно, это купим, наверное, в следующий раз. Пока это не особо так меня волнует, не особо это нужно. Так, блин, ну что же делать, а? Что же делать? Куда же этот красный ключ? Я помню, что его надо наверх, но куда конкретно, не помню. Надо искать. Надо определенно искать. Так, тут вот еще один лэптоп, но он почему-то не берется. Ладно, попробуем наверх. Так. О, тут картина затели... Блин, опять. Опять. Вот. Быстрее. Как открыть? Есть, открыл. Ого, это что у него-то такое? Фу, какой-то дьяволизм здесь. Что он тут делает? Что это такое? Черепа какие-то. Кролик. Зачем это все? Фу, какая-то дьявольская комната. Карта. Ага, нашел какую-то карту. Скелетончика нашел, игрушки какие-то. Что он тут, духа вызывает какого-то? Так, ну-ка, давай попробуем шпионскую камеру. Может быть, здесь где-то пароль? Вот это пипец, вот эта картина, а? Так, может быть, вот здесь где-то пароль какой-то, нет? Так, ну с кроликом мы можем забрать, допустим. Только зачем он нужен? Зачем он нужен? Слушайте, ладно, давайте, наверное, на этом заканчивать, ребят. Что-то страшно становится, что-то... Какой-то сосед чересчур страшный. А, во, еще в кроватке, смотри. Так, все эти игрушки. А, еще ключик нашел! Ключ от машины, отлично! Отлично! Будем знать.
Будем знать. Все, ребят, давайте на этом закончим. Ну, это просто какая-то дьявольская тут у него картина или что, это непонятно. Все, с вами был Максим, Funny Games TV. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока, ребят.